Всем привет! Сегодня хочу вам показать одну свою последнюю покупочку с Wildberries. Именно у меня здесь сетка затеняющая. Перед тем, как начать открывать данную посылку, сразу хочу сказать, что ссылку на нее оставлю в описании под видео, поэтому проходите, смотрите, заказывайте. Вы спросите, зачем мне такая сетка? Ну, как вы, наверное, уже знаете, я живу в частном доме. У меня есть свой огород. Скоро планирую посадить в огород разные овощи. И вот, чтобы они у меня летом не сгорели, я купила вот такую вот сетку, которая сможет предотвратить попадание прямых солнечных лучей и уберечь мои растения, чтобы они не сгорели на солнце. Я уже как-то заказывала затеняющую сетку, но в том случае я покупала с AliExpress. Она мне вообще не понравилась. Во-первых, она ничего не затеняла. Во-вторых, она быстро у меня развалилась. Эта сетка меня привлекла тем, что у нее была довольно-таки бюджетная цена. Купила я ее чуть больше, чем 600 рублей. Размер у нее 2 метра на 5 метров. Также производитель уверяет, что у нее усиленные обработанные края, заводское производство и есть специальные крепежи для того, чтобы можно было установить данную сетку. Давайте уже вскроем, посмотрим, так ли это на самом деле, потому что мне не терпится, прям хочется посмотреть, как все это выглядит внутри. Все пришло вот в таком пакете с ручкой, нести было удобно. На самом пакете имеются все координаты производства, видимо, то, где все это делают. И вот такие вот еще наклеечки. Что тут написано? Сетка для затенения солнца 2 на 5, 55%. Да, они еще бывают разные процент затенения, которые дают. Мне не нужна была прям максимально сильно прячущая от солнца мои растения. Вот именно где-то процентов 55 нужно было производить ООО «Хозагро». Ну и давайте откроем, посмотрим. Ой, что же, как это внутри. Сначала мне хочется ознакомиться вот с такой инструкцией. Разложить сетку на ровную поверхность, растяните край сетки для номинального размера и закрепите. То есть, как бы, как нужно устанавливать данную сетку. Произведите монтаж сетки на конструкцию. Вот таким образом. Тоже все координаты. И еще имеется вот такая вот листовочка. Что же здесь? Объясняет, для чего сетка. Сетка обладает уникальным свойством, корректирует спектр. Пропускаем через ячейки солнечного света. Сетка применяется для ускорения роста растений, увеличения биомассы, количества и качества плодов. Ну, если интересно, можете поставить на паузу и ознакомиться более подробно. Ну, как я сказала, для защиты растения от чрезмерного воздействия ультрафиолета, как в оранжерее, так и в открытом грунте. Мне нужно было именно для открытого грунта, потому что в том году у меня помидоры все погорели, солнышко прям их съело, и мне жутко было необходимо хотя бы на время закрывать от солнышка. И вот та сетка, которую я заказывала в прошлый раз, вообще мне никак не помогла. Только зря выбросила деньги. И я надеюсь, что в данном случае мне поможет сеточка. Ну, как бы та сетка мне тоже помогала, но она просто развалилась крайне быстро. Сделана она была не очень, а это я смотрю, вроде как сделано хорошо. Посмотрите, у нее на самом деле укрепленный край. Проложено аж 3 целых строчки. Вот так вот, да, крепенько. Давайте достанем. Также тут я вижу, идут клипсы пластиковые, кленовый лист. Сколько их тут в пакете? Ой, как много. Очень много. Вот такие вот клипсы, которые помогают все это закрепить на трубке, на конструкцию, куда-либо. И давайте посчитаю, сколько здесь штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. Ого, много. На самом деле достаточное количество. Это круто, когда есть клипсы дополнительные. Не нужно мучиться и думать, как это все закрепить. И также имеется инструкция по применению. Прям пошагово, с фотографиями, как нужно зафиксировать сетку. Для того, чтобы было удобно ей пользоваться, чтобы она не порвалась и прослужила как можно дольше. Обещают, что срок службы данной сетки до 5 лет. Это очень круто, особенно если учесть, что цена бюджетная. Раскидать это на все 5 лет получается вообще копейки. Вот так вот обработаны края, что с одной стороны, что с другой стороны. Со всех сторон все хорошо сделано. Да, вот по всему периметру имеются вот такие вот обработанные краешки. И сама сетка вот. Рука просвечивает, солнышко немножко будет пропускать, но все равно затеняет довольно-таки неплохо.
Мне нравится. Мне кажется, ее не только можно применять для того, чтобы спрятать растение от ультрафиолета, также ее можно использовать для того, чтобы накрыть беседку, какой-либо навес. Я еще подумаю, может быть, я еще и по-другому ее использую. И, возможно, если мне не хватит, куплю себе еще одну такую сеточку. Потому что я для начала решила купить на пробу 2 метра на 5 метров. Но у продавца было множество различных размеров. Можно выбрать как поменьше варианта, так и намного больше. Цена, конечно же, от этого тоже меняется. Но если сравнивать с другими магазинами, здесь цена была ниже, а качество, как мне кажется, лучше. Потому что в других магазинах я не увидела, что имеется усиленный край и какие-либо дополнительные клипсы. Как бы если их покупать отдельно, все это тоже, конечно, будет дороже. В целом, мне очень нравится. Буду пользоваться, смотреть. Если вам интересно будет узнать, то как данная сетка ведет себя в деле, насколько она хороша, то спрашивайте в комментариях, я вам с удовольствием расскажу. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, обязательно поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Напоминаю, ссылка на данную сетку в описании. Проходите, смотрите, заказывайте. Всех целую. Пока-пока.